оставились там вещи, еда, и все это пропало. Так же а кто заберут? А есть стаканы? Ребят, ну стаканы, ребят. Есть чай и кофе, надо стаканом. Свобода. Начинается за позиционерский обед. К сожалению, мы нам не даем кушать уже. Запрещено кушать. Запрещено кушать, поэтому мы... Подпольный нелегальный обед. Могу сказать, что здесь коньяк под названием чай. Они едят. О, ужас. Это люди сейчас принесли еду людям, которые здесь держатся. Вот, бутерброды, чай, спрятались в подворотне и передают людям, чтобы никто не видел, какой-то запас еды. Запрещенная еда. Еда под запретом, еда вне закона. Осторожно, ботинок потянуть. Несанкционированная раздача еды. Это у них называется. Что вы принесли? Омлет. Бутерброды, печенье. Посуда. Да. Ребят, держите, разбирайте посуду. Давай, посуду под два человека. Мечей. Надо пойти туда еще людей подвозить. Это немножко. По чуть-чуть, ага. Да? Прямо из Газдепа. В Газдепе нарезали и с рейсом через Ульяновск. Так, держите тарелки. Я считаю, что... Здесь принесли омлет людям. Значит, такой привкус. Разбирайте. Это омлет свободы. Белый омлет. Спасибо. Так питаются оппозиционеры. Подождите, я сейчас вам помогу. Какого человека подозревают в частности к провокациям 6 мая, его забирают? Пожалуйста, обязательно сразу кричите, спрашивайте его имя, фамилию и отчество. Обязательно, это очень важно. Потому что нам нужно освещать это событие, да, и вызывать адвокатов, сообщать его в ОДНП. Если человека задерживают... Нет, задержанного мы имеем в виду, а полицейские работают в штатном режиме. Во-первых, нужно абсолютно с любыми людьми, даже если они из «Единой России». Это нет. Если человек идет в партию жуликов и воров, он преследует конкретную цель. Идти куда-то воровать. Всегда неправда. Попытайтесь его очень переубедить людей, и наставить на путь истины. Ну, что партию, я не соображаю. А что? Ну, вот. Они нас гоняли, что? Баррикады, два арбата. Мы бегали по барабану.